Привет-привет, давайте играть в Катан. Мы здесь играем в Катан, ну или в колонизаторы, через день. Теперь мы играем на улице, и это становится традицией потихоньку. Катан, колонизаторы, такая настольная игра, можно играть с друзьями, а можно играть на рейтинг по всему миру. Мы на 6300 месте, хочется быть выше, но не может. Играем 4 игрока, ranked game, base game, и поехали. Окей, быстро нашлась игра, сейчас мы подправим вот это так вот. Вот так вот. Что там, мы выбираем третьими, хорошо. Хотел сесть с видом, чтобы был какой-то вид, но у нас песчаная буря сегодня, поэтому жарище, больше 30 градусов, так что я сижу в тенечке. Но вообще вид там, там где-то есть вид с горы, но я сижу на такой маленькой скамеечке одиночной для одного человека. Это просто, чтобы вы понимали, где я сижу. Но лучше бы Дамир выбирал бы места, правильно? Давайте так что смотреть. Уже следующими. Так, сейчас мы проверим. Да, все вот так вот. А, кстати, вы можете оставлять донейшены по вот этому QR-коду, который я теперь убираю, чтобы он не мешал. И использую ссылку в описании тоже, по-моему. Но, в общем, да. Ставьте лайки, подписывайтесь и все дела. Так, вернемся к Катану. Что? Он забрал 5-9-10. Хорошее место с хорошим камнем, который, пфуф, трудно будет взять первым местом. 10-9-6. Неплохо. Кирпич, сено, сенный порт, кирпич. Ну, 8-3-5 тоже хорошее. 6-3-4 тоже хорошее. Ну, то есть три хороших места, в принципе. Что тут? Тут сенный порт, да? Тут 3 к 1, тут кирпичный порт. Ну вот можно взять 3-6-4, пойти в кирпичный порт, или пойти вообще к 3 к 1 и удвоить свою троечку. Потому что тройка, ну, в 11 вряд ли кто на камень придет, правильно? А, девятка заняла. Так, 10-9-6 он взял, замечательно. Значит, наше это или это. Что мы больше хотим? Что мы больше хотим? Кирпич или дерево? В принципе, кирпичи, смотрите, уже практически все заняты. Наверное, надо взять кирпич. А потом надо будет взять тогда сено и дерево. Ну, вот это вообще, вот эти, если два вот этих места взять, это было бы, конечно, замечательно, но вряд ли получится. Но сено и дерево можно взять еще в других местах. Тут, типа. И пойти в этот... Нафига тогда мне восьмерка без дерева? А так шестерка без камня, нафига, тоже непонятно. Взять это, пойти сюда, или взять это, пойти сюда. Овцы есть, да? Может быть, взять все-таки сено, а кирпич и овцу, может быть, вот тут вот еще взять, встать. Да, наверное, возьму вот это. Возьму вот это, пойду в эту сторону. Да, все-таки как-то сено поприкольнее, чем овца. Ну, хотя тут четверка, а тут пятерка, в принципе, это было бы лучше. Ну, посмотрим. Вообще нам нужно так, для балансированного сетапа кирпич и овца. Ну, вообще, конечно, тут, но опять же, да, вот эти два места, они очень хорошо друг друга комплиментируют. Но я думаю, что это будет занято нашим красным другом. Да, тут вообще вариантов нет. Может быть, придется сюда вставать. На 8-10, но сено тогда у нас так себе для сенного порта. Не скажешь, что очень хорошее. Но вдруг каким-то чудом красный не возьмет вот это место, тогда мы туда встанем, но кто же может на это рассчитывать в здравом уме? Никто. Кирпич из овцы. Или... А где деревянный порт? Деревянный порт. О-хо-хо-хо. Может мне вообще встать сюда? Да, естественно, он берет это. Даже не... Смотрите, если встать сюда, у меня будет деревянный порт. У меня будет овцы, еще сено. И зачем, правда, мне это? Ну, типа, сенный порт. Но я без кирпича. Я буду, опять же, играть, типа, стратегию... с тремя ресурсами или встать сюда, но тогда у меня будет кирпич и сено, и овца, но тогда что я буду делать с этим? Здесь вот, здесь уже никуда не пойдешь, в принципе. Блин, правда, что ли, сюда встать?
надеяться, что шестерка будет крутиться. Тут взять тройку. Фух, ну, блин, чую, я пожалею об этом. И буду ныть всю игру. Блин, или сюда все-таки встать и потом сюда пойти. Ну, хотя как я туда пойду без кирпича? Не знаю. Черный-то, он, ну, наверное, хочет сюда, хотя фиг знает, что он хочет. Или все-таки взять вот это, 8-10, и там 8-10. Тут без порта, там с портом. Тут зато с кирпичом. Ну, 3-1, надеюсь, я возьму. Ладно, давайте встанем сюда. Фуф, не знаю, что это будет. Надеюсь, шестерка будет крутиться так, что мы вообще офигеем, и дерево будет нам заменять кирпич. Сюда нам нужно прийти очень быстро и занять... Боже мой, кто меня кусает? Мухи? Мухи кусаются? Непонятно. Сюда надо прийти очень быстро, чтобы занять еще камень. Понимаю, муха садится на меня, и начинается ощущение, что кто-то меня кусает. Но мухи же... Я не думал, что мухи кусаются. Fuck you. А, нет, тут какие-то... Блин, сел куда-то. Какие-то мелкие штуки, боже мой. Так, начинается. Так, да, вот этого я и боялся, что тут кто-то встанет. Соответственно, мы потеряли эту дорогу. Абсолютно бездумно. Ну да, нам нужно добраться до 3-1 однозначно. О, боже мой, ноутбук просто пипец горящий. Ха-ха. Да. Может быть, не лучший день сегодня, не лучший. Тут пылевые бури. Где-то вообще до 40 градусов доходит. А завтра опять будет 20 с чем-то. Так, что происходит? Синий. У него куча овец. Он хочет, что ли, взять себе... и он без камня, но с сеном, но с кирпичом, но с деревом, в принципе. Но он может куда угодно прийти, может сюда прийти у него. Ну, да. Ага, так, черный обломал ему вот это место. Ну, красный может пойти вообще и на сенный порт, правильно, а не сюда. Да, нафига ему сюда идти, в принципе. Так, черный упер у синего что-то. Так, блин, не понимаю, что меня атаковали. Все на свете. Так, пойду, не знаю, сменю скамеечку, может быть, на всякий случай. Так. Ага, еще сено пришло. Блин, боже мой, ну, конечно, мы очень зависим от тройки каменной. Без нее мы не построим никаких городов. И еще очень зависим вообще от шестерки. Потому что, да. Так, красный у нас ворует. Так, вот шестерка, да. Шестерка, конечно, нам вообще нужна прям сильно. Построить бы здесь город быстренько было бы очень, конечно, круто. Так, красный у нас там воровал. Сейчас мы будем возвращать ему эту услугу. Конечно, придется камень блокировать. Хотя, наверное, надо было у кого-то воровать, у кого кирпич есть так-то. Так, ну и ничего мы не можем сделать, ужас какой. О, смотрите, как я их... О, тройка, вау, тройка, это очень хорошо. Если еще тройка придет, и потом еще шестерка, мы можем поменять, тынь-тынь, построить город. Здесь город было бы очень хорошо построить. Прям вот быстро. Чтобы шестерки уже получать побольше. Да. Так, может быть, кто-то, фуф, даст нам камень вдруг за дерево. Блин, не хочется покупать себе карту развития-то. Я могу, конечно, построить дорогу, 4 эти овцы поменять на кирпич. Может, кто-то даст мне кирпич. У восьмерка как крутилась, раз у меня так вот куча овец. Еще у красной должны были быть кирпичи. Ну, или построить все-таки дорогу, наверное. Или... Ну, хотя нет, ладно, поменяем. Короче, 4 овцы поменяю на камень. Да. Скину таким образом карт и буду... Опа! И пришел мне город. Так, теперь главное дожить без потерь.
Дожить без потерь, да. Это сколько? Фуф, все ходы. О, блин, зря менял. Зря менял на овцу. Ха-ха. Так, сейчас мы с такими темпами два города построим. То есть зря овец поменял на камень. Блин, и так бы город пришел. Может было построить и дорожку. Ничего. Фух, окей. Блин, что-то меня кусают. Так, построили. Могу поменять на овцу и купить карту развития или подождать. Или подождать. Ну, да давайте, наверное. Давайте, наверное. Даже не знаю, что. Ладно, давайте просто скипнем. Не знаю, что хочу. Так, семерка. Если, конечно, сейчас у нас будут воровать карты, это будет не очень, потому что надо было скидывать тогда все карты. А, окей, у красного ничего неплохо тогда. Так. А синий... упал на меня. Синий, окей, черного воруют. Замечательно. Значит, мы добрались без потерь. Получили еще одну овцу. Может, кто-то нам даст кирпич вдруг? Все-таки. За камень, ну не, не хочу за камень. Ага, красный. А, у него вообще нет дерева. О, мой друг, вам это будет стоить. О, и черный. И у черного нет дерева. Давайте с черным поменяешь. Да, пойдем сюда на 3 к 1. На 3 к 1 и на еще к себе камень. Сюда встанем. Кто может будет уже сюда встать, увеличить нашу деревяху. Ну, собственно, да, и там и смотреть, что-то такое. Смотрите, мы черному как помогли. Ну, лучше, чем красному. Если бы он сюда встал, было бы хуже. Потому что у него кирпич хороший, слишком. Да. Ага, у красного все воруют, вообще замечательно. Так, я все думаю, переходить мне или не переходить. Так, сено. Ага, Но нам нужен кирпич все равно. Может быть, кирпич кто-то еще нам даст? Вдруг все-таки за сено. Вряд ли. Вряд ли. Дерево. Может взять тогда карту развития пока под шумок. Да, давайте возьмем. Пусть у нас будет карта развития. Потому что я чую, ну, дорогу мы не возьмем однозначно. А вот армию мы, в принципе, можем взять. Конечно, у красного лучше кирпич, лучше больше сена. Но у нас лучше овца. Он тоже может, я имею в виду, что покупать армии. Черный тоже может покупать армию. У него куча сена. И лучший камень вообще-то так-то. Так, ну я могу типа открыть свою четверку. Ладно, пофигу. Не знаю почему. Мне что-то. Мне сена и так дофига, а пусть красного не будет сена пока что. Так, фуф. Кирпич никто не дает. Красный думает. Нет. Окей. Ну пропустим пока. Не знаю, почему-то я не открываю себе сено. Не знаю почему. Хочу, чтобы кто-нибудь другой открыл. Ой, так. Всего обкусали тут. Неудачное место. Так, в прошлый раз было удачное место. Рядом с Сити-холлом. Сити-холл, как это, мэрия? Рядом с мэрией там как-то не кусают. Тут как-то напротив мэрии кусают. Так, ну ладно, что, придется, наверное, открыть свою четверку. Что там, что-то она заблокирована. Опа, сено за кирпич. Давайте, синий. Блин. Давай за 2 кирпича, чувак.
Ну или за кирпичи сена. Ой, и овцу. Ну давай. А, у нас как раз 7 карт. Так, мы помогли ему получить доступ к камню. Блин, я опять забыл. А, ну не надо было открывать тогда. Так, дерево, наверное, никто не дает. Но нам, в принципе, и мы можем и так, и сами. Раз, два, три, четыре. Да, давайте сами возьмем. Тенс. Блин, что, открывать четверку? Давайте откроем четверку. Закроем вот эту девятку. А, хотя у синего. Ну да, ладно, у красного. Стыбрим что-нибудь. Кирпич. Истыбрили. Хм, окей. Ну что, кирпич еще пригодится. Кирпич пригодится, чтобы нам вот сюда встать. Сено. Ну все, теперь нужны шесть. О, вау, look at this. О, вау, тройка дает нам город. Я даже об этом, ну практически, даже об этом и почти не думал. Так, нам нужно теперь сено. У кого есть сено? У черного есть сено. Правда, он их скинул, два сена. Соответственно, наверное, сейчас уже нет сена. У синего бы хорошо что-то подобрать. Ну, давайте у него и возьмем овца. Может, сено у кого-то все-таки есть? Ну, или дерево хотя бы. Так, жалко, жалко, что тут у нас 7 карт. Мы ничего не можем сделать. Блин, придется покупать карту развития. Уж неохота терять карты. Но я могу, конечно, 3 камня заменить на дерево. Боже мой, не-не-не. Ладно, купим карту развития. Так, победное очко. Окей. Оп, и тут же пришли деревяхи. Вот если бы вы раньше пришли, мои друзья. Ой, кстати, шестерка, смотрите, какой у нас удачный блок. Мы прям всех блокируем вообще. Так, можно попить водички, просто очень жарко. О, еще шестерка, вау, они меня, наверное, вообще ненавидят. Извините. Вода просто горячая. Так, дерево на кирпич. А, может быть, кстати, надо было. Это кто, черный? Может быть, давай я, ладно, в свой ход еще. О, блин, черт. Блин. Ну, придется скидывать еще что, дерево. Еще две карты, блин. Ну, овцу, наверное. А, ну хотя давайте два камня скинем. Контринтуитивно, конечно, но... Просто что мне, с двумя камнями вообще ничего не сделать. А если мне придет тройка, то придет сразу три камня. А овца, не знаю, сейчас он четверка придет или что-нибудь там. Короче, что мы, может быть, еще пригодится нам овца, короче. А, четверку на тур закрыли. Ого, ну ты синий вообще у нас своровал после того, как мы потеряли карты. Это очень-очень жестко. Так, мы идем сюда. Синий, очень некрасиво, очень некрасиво. После того, как, да. Так что все, синий теперь наш кровный враг. Тем более, что у него больше всех очков. Так что да. Но что мы делаем? Что мы делаем? Мы идем сюда, собственно, после этого. Можем построить тут город, но если нам придет тройка еще раз. Куда мы еще можем отправиться? Ну сюда, ну такое. Не, наверное, даже я сюда приду, и можно будет все, типа, начинать скупать карты развития, может быть. Типа дерево менять на что там нам не хватает. Любую карту за дерево. У нас нет дерева, друг. Очень дождь. Котик пришел. Так, сейчас стройка придет вообще. Мы опять же можем город построить. Это было бы очень прикольно. Нет. Овцепорта у нас нету. А, он далеко. Кстати, тоже бы неплохо было бы овцепорт иметь. А давайте спросим, может, кто раздает кирпичи, но я сомневаюсь вообще. Или, может, камни вообще. Сомневаюсь, поэтому это так. Да, поехали дальше. Сено. Что нам делать? Столько сена. Раз.
Так, отлично. Уже вот это что-то хорошо. Правда, блин, у нас много карт. Надо теперь найти... Надо найти кирпич. Нет, я не готов никому ни с чем помогать. Да. О, да, еще дерево, это хорошо. Вау, если тройка придет, я смогу построить и поселение, и город. Было бы удобно. Orange is being so stingy, bro. А, я могу, кстати, построить город. Шизы тут на меня катят бочку. Говорят, что я жадный. I know you need... I have my... Drain. Мне не нужно... Он говорит, что типа я такой жадный, потому что я ему не даю дерево. А он типа... предлагает мне сено за дерево. И знает, что мне нужно сено. А мне не нужно сено, чувак. Так, ну давайте возьмем, наверное, карту развития себе еще одну, да. Отлично. Рыцарь второй будет у нас. Это хорошо. Собственно, у нас 6 очков. Армия дает нам 2, 8. Соответственно, нужно построить 2 города. А для этого нам нужно, чтобы тройка выпала 2 раза всего лишь. И тогда мы победим. Такой план. Чувак говорит, что да, знает, что мне нужно сено. Но при том, что уж то-что, а сена у меня много. Поэтому не знаю, что вы там знаете. А, он даже вышел на этих разговорах. Что, мы теперь будем ждать тебя? Ага, еще дерево пришло, замечательно. А, ну сейчас все нас будут, конечно, атаковать. Будут освобождать. Освобождать. Кого мы будем вообще блокировать? Мы вообще надо синюю блокировать. А синюю мы... Да, заблокируем. Давайте ему шестерку. Сопрем у него что-нибудь. Сено как раз. Которое мне так нужно. Блин. Мне нравится тут, что оно стоит. Но тогда синий с красным вообще никак не пересекается. Заблокируем ему, не знаю. Или девятку. Да, девятку заблокируем ему. Так, я могу купить еще одну карту развития. Или купить 2 камня. Что делать в таком случае? Не, ну давайте купим карту развития, потому что сейчас нас будут все тут блокировать. Надо тратить надо все ресурсы, потому что... Оп, пришла наша армия. Надо тратить ресурсы, потому что мы впереди, сейчас нас все будут в любом случае блокировать, воровать наши карты, поэтому да, тратим все. Ворон сюда пришли. Так, красный блокирует этих ребят. Тоже надо них не забывать. Правильно. И у красного тоже 2 карты развития вообще-то. Так, ну что, забираем армию, а я думаю... Да. Блокируем вот это. И поехали, крутимся. Девятку. Ох, девятку надо было блокировать. Ладно, поехали. Надо смотреть, что нам теперь делать. Ну ладно, один город, я думаю, мы точно можем построить, правильно? Тройка, ну уж один раз закрутится куда-нибудь. А вторую, наверное, придется покупать карты развития. Хотя для карт развития нам также нужен камень, который тройка. В общем, не знаю. Сейчас будем смотреть. Пока что у нас даже ничего мы теоретически не можем делать, так что... Ох, теряют карты ребята. Обидно им, наверное. Да... Что там, на мне восьмерку заблокировали? Ну окей, не так уж важно.
Тройка бы, нам нужна тройка, четверка. 3, 4, 6, на самом деле, мои самые любимые цифры. Блин, девятки. Девятки — это очень плохо для нас. Это получает 2 кирпича, это получает 2 камня. А так, восьмерка заблокирована, поехали дальше. Ничего не происходит, уже третий кон или второй. А красный выкидывает семерку уже, по-моему, не в первый раз точно. И теряет карты тоже часто, бедненький. Да, теряем, ой, надо блокировать шестерку. Да, что давно-давно что-то ничего нам не приходило. О, вот это хорошо. Четверочка бы сейчас, как было бы хорошо. Тоже. Ага, семерка, бедный красный, опять теряет карты, боже мой. А откуда, я не понимаю, что крутится, откуда у него столько карт? Тройка, 11, семерка, восьмерка. Откуда у него столько карт? Давайте вот эту девятку заблокируем тогда. Ох, сейчас красный развоняется, конечно. Ну, давайте у черного сформим сено, у него, может быть, нет. Не, ну поехали дальше, ничего не могу сделать. О, вау, еще тройка пришла, вот это дела. Ну, тройка мне очень, конечно, нравится, но без четверки, без десятки она мало мне делает смысл, имеет смысл не очень мне, так что нужна четверка, две четверки. О, боже мой, сейчас придет четыре, потом еще четыре, мы два города просто построим, вот это будет смешно. Так, и еще одна четверочка, пожалуйста. Кстати, шестерка тоже работает. Ха, смотрите, шесть или четыре, и мы выигрываем. И сейчас, конечно, синий не может выиграть. Шесть или четыре, и мы выигрываем. Оп, вау, вот это дела, ребята, смотрите, тынс, тынс, вау, пер-пер-пер-пер, вот это дела, вот это победа, джи-джи, вот это повезло, так повезло, фуф, вау, я заказал четверку и пришла четверка, представляете, вау, вот это мне 3-4, просто 3, 2 тройки, 2 четверки, дали 2 города, и все. Вау, вот это неожиданно, неожиданно. Да, согласен, что... О, четверка два раза вот крутанулась вот сейчас, вот в этот раунд, смотрите. Только вот два раза, и все. Восьмерка, кстати, смотрите, как часто... О, семерка просто вообще в этом, да, была. Восьмерка. А, и восьмерка, смотрите-ка. И шестерка. Восьмерка, то есть, ну, у меня была восьмерка, у синего, а у красного мало было восьмерки, ну, в плане один город. Ой, одно поселение. Фуф, вау, окей, вот это прикол, вот это дела, мне кажется, у меня воровали, где тут, надо смотреть, сколько раз тебя, да, 8 раз меня грабили, окей, ну, не так уж да много относительно других. Ну что, вот это прикол, вот это мы хорошо сыграли, меня, блин, обкусали всего, у меня все ноги что-то обкусаны и чешутся, не понимаю. Так, 5000, подбираемся к 5000, двигаемся наверх, найс. Все, так, я пошел куда-нибудь в более прохладное место, куда-нибудь типа домой. И, в общем, да, спасибо, что смотрели. Играйте в Катан, лайкайте видео, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И все, всем пока. Ой, не та кнопка, извините. Тин-тин-тин.